полицейские подчеркивают, опрос анонимный, то есть в анкетах нет графы с фамилией. Жителей спрашивают о том, насколько безопасно они себя ощущают, не переживают ли за свое имущество, а также об отношении к сотрудникам полиции. Знаете, мне так нравится, что их никогда нигде не видно, но когда нужно, они есть. Вот для меня это главный критерий.